В тот миг, когда все прогрессивное человечество горячо обсуждает свершившееся накануне ристалище между благородным донном Х и благородным донном К, и особо гениальные представители рода Homo sapiens в наивных попытках паразитического хайпа поминают к месту и не очень сие историческое ристалище в своих социально-сетевых эпистолах и иных видеоблогах, запятая, мне, скромному труженику ютуберного тыла, наделенного чего уж там скрывать, ха-ха-ха-ха, жалкой фантазии, пришла в голову, как это ни странно, мне мысль записать для вас, друзья мои, очередной видеоролик в жанре, называемом нами же скромными работниками тыла, сухо и просто. Let us play. К сожалению или счастью, этот видеоролик не будет иметь никакого отношения к вышеупомянутым историческим событиям и ристалищам между благородными донами, но, тем не менее, он положит начало грандиозной и великой эпохе. Эпохи хроник. Друзья мои, с вами дядь Саша Великий Ужасный, если вы тоже сумели понять. Он же ученик 77, он же благородный Дон Сандро. Поехали, начинаем. Можно музыку выключить? Выключить, пожалуйста, музыку. Итак, что же это за великие хроники, о которых тут я изволил заявлять? А все очень легко и просто. Мы сегодня с вами начнем новую игру. Новую игру в игре, уж простите меня за тавтологию, The Long Dark. Она будет у нас происходить на сталкере, друзья мои. Вы скажете, а какого-то ляда, дядь Саш, ты решил заняться сталкером? Ведь ты же всегда играешь на незваном госте. Да, играю, но я решил начать новую ветку выживания. Который мы сейчас, смотрите с вами, какое название дадим. Так, появимся мы рандомно. О, музыка кончилась, спасибо. Где тут у нас рандом? Рандомно. Угу. Так, играть мы будем за мужичину. Сейчас поймете почему. Подвигов никаких не берем. А название у нас будет такое. Хроники. Редрика. Вот так. А почему хроники Редрика, я думаю, Иван Таракан уже понял. Потому что это сталкер. А самый первый сталкер на земле, извините, был кем? Правильно, Редриком Шухардом. Ура, поехали. Ну и вообще мне хочется, чтобы были бункеры. Я хочу, чтобы были бункеры. И хочу поиграть с новыми модами от Илюхи The Riddler. Хотя он, конечно, опять черт. Готовец сделает новые моды, дай бог с ними, пускай будет сталкер. Будет новая ветка выживания, да, я ее тоже буду регулярно для вас снимать. Угу, друзья мои, мы появились в зоне запустения, точнее в старом острове между... Правильно, это зона запустения, это шахта номер сколько-то. Давайте зайдем, чтобы узнать, что же это за шахта такая номер сколько-то. Так что к хуже татариным и азам выживания у нас прибавились хроники Редрика. Почему не хроники, скажем, Барбриджа? Он же ведь, возможно, старше Редрика, вы меня спросите, но те, кто в теме. Или не Криона Мальтийца, хотя Крион Мальтийц, он, безусловно, моложе. Эх, я проморгал, забыл, как все это называется. Забрехался. Заброшенная шахта номер 5. Ура. Так, а у нас осветительных приборов только спычки, да? Нет других источников. Нет других источников, ну что ж поделать. Ну а чё? Тогда давайте-ка быстренько сбегаем с вами на китобойную станцию. Китобойная станция, непростое украшение. Кстати, друзья мои, очень скоро в нашей группе ВКонтакте стартует розыгрыш. А что за розыгрыш, пока не скажу. Будем хранить небольшую интрижку. Помнится, я давно как-то собирался начинать, а потом у меня что-то не заладилось, и розыгрыш у нас не состоялся. Хотя я все говорил, будет розыгрыш, будет. А не, я про концерт говорил. Нет, теперь будет розыгрыш. Что разыгрывать будем и на каких условиях, сообщу чуть позже. Ссылка на группу ВКонтакте нашу есть в описании данного видео, так что спешите в нее вступить и стать участником. На днях буквально появится конкурс. Мы там с товарищами посовещаемся, я решу и вывесим оповещалку по этому поводу. Так, я точно за мужика играю?
Такое ощущение, что как бабище. Да не, вроде рыжий Ред. Вроде рыжий Ред на меня смотрит. Ой, что ты еще здесь не можешь пройти? Да ты что, с ума что ли сошел? Пройди. Я ж слышу, где-то волк рядом топчется. Я ж слышу, что волк топчется. А то же мы сейчас с тобой тут подохнем, не успев начать. Так, а где же волк? Я где-то его слышу, ага, вот он. А нам надо совершить марш-бросок до автомобиля, хотя бы первого, да? Хотя бы первого. Так, погромче чуть-чуть. Так, хотя бы первого. Хотя бы первого, хотя бы первого автомобиля совершили, добежали. Так, а теперь эта падла нас будет сторожить, да? А, у нас тут набор для чистки ружья, но, к сожалению, этим набором ему по башке не надаешь. А вот он. Ах ты, говнючок, ах ты, ковнючок! Ковнючок ты мой, говнючок. Так, я успею добежать до следующего автомобиля. А куда этот говнючок пойдет? А вот неизвестно. Ну ладно, мы давай сейчас пересядем вот так на переднюю сидушку. Он ко мне бежит, я слышу. Ага, он вернулся. Хоть и не Карлсон. Хоть и не Карлсончик, но вернулся. Что-то теперь я его потерял, куда он делся. Куда ты делся, га? Да только не это. Вот этот обзор, он иногда застреет. Слышь, ну давай без этого, а. Без вот этой хрена. О, помогло. Ух ты, нормально. Я ж там бежать хотел. Ты чё, брат? Я же там хотел бежать. Кстати, во что мы одеты? Одеты мы прискорбно. В какой-то новый свитшот. Каким-то с поношенным шарфом из хлопка обмотали. И какие-то весьма потрёпанные джинсики. И подштанники, и уже болезнь, риск переохлаждения. Так, ну чё, придется ждать, пока эта падла вернется. Или я не знаю, или куда он ушел. Куда он ушел? Или пусть дальше уйдет. Так, а там больше никто не шевелится. Но он, конечно, ушел. Вон он пошел, я вижу, да? Да, пошел. Давай, к воде спускайся. Спускайся к воде. К воде спускайся. А там вон еще один ходит. Окружили. Гады окружили. А это падла возвращается. Кто вперед, он или я, не знаю. Я, может быть, а может быть, он успел. А, не успел. Да что ж такое, я уже почти зашел. Гаси, гада. Да твою за ногу. Живой еще я. У меня потеря крови. У меня есть повязка? Нет, так, быстро в машину. Быстро в машину, что это за небо? В машину бегом в машину, он уходит, а нам надо срочно в машину. Да давай в машину, быстрее в машину. В машину, давай. Так, повязка есть. Кровотечение одно, ура. Так, Так, ну давай, что у нас тут в машине? Ни хрена интересного, да? Так, тут у нас еще один волк может оказаться, но мы уже ждать больше не можем. Нам надо бежать. Блин, я бежать не могу, а твою мать! Ну как так? Какой нахрен растяжение, какой нахрен ноги? Да иди уже. Вот это... Ой, красная зона, какая красота! Какая... Редрик, держись, брат, ты должен выжить. Так, тебе холодно, Ред? Сейчас, мы тебя сейчас костерок разведем, что-нибудь оденем на тебя, сейчас, а тут закрыто. Так, а чем же мне костерок-то разжечь? Так, свитер Уилла по-срочному носить. Так, а если мы ляжем в кровать, в ней нам теплее будет? Сколько температура? Сколько в кровати температура? Так, 0 плюс 5. Ага, хорошо. Давай поспим хотя бы 3 часика. У нас там, правда, риск заражения. Но нам надо риск переохлаждения для начала вылечить. А то мы тут окочуримся нафиг. Ой, что-то я аж прям перенапрягся весь. Так, давай теперь риск заражения есть у нас? Есть. Вот мы его как раз очень кстати нашли. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, хорошо. Какая тут температура внутри? 0. Пошли пообыскиваем. Что у нас тут? Самоплясы. Еда.
Так, нам какую-нибудь одежду надо небольшую, чтобы нам чуть теплее стало. Это что тут у нас такое? Ни хрена интересного. А то же мы тут сейчас... А, ну мы замерзать медленно теперь будем. Так, шоколадный батончик, точильный камень. Бери-бери. Горючка. Ах ты, горючка, вонючка. Так, это нам все пригодится. Что там, может час поспать, чтобы доспать, чтобы мы хотя бы не хромали, да? Мы 3 часа проспали, да? Давай еще часик поспим. Давай вылечай нам уже нафиг растяжению, чтобы не орал мой Маккензи. Он, конечно, не такой оратель, как Астридина. Так, ну вот, точнее, какой он у тебя Маккензи? Он же Редрик Шухарт. Шухарт. Кстати, о, кстати, Ред. Хороший хабар ты отхватил в самом начале игры. Тебе везет. Не зря волки так сильно хотели тебя съесть. Теперь осталось найти немного патронов. Так, вот благодаря Илюхе нашли какаву. Какаву. Отлично, ну все, мы живем. Нам осталось найти только патрон. Так, патрон. Закрыто, открыто. Так, закрыто. Гвоздодер где-то, может быть, внизу обнаружится. Так, закрыто. Да глянь, все шкафы закрыли, да что ж такое? Спокойно, сталкер, спокойно. Шляпа новая, шикардосна, спасибо. Ой, штаны порвались, мы без штанов. Мы бесштанная команда. Нам волчишка порвал штанчишки. Так, пускай. А, я знаю, мы сейчас штанчишки, может быть, найдем. Maybe найдем. Так. Книжка. Лучший подарок. Так, поехали дальше. Тут у нас пусто. Мы сейчас штаны себе, наверное, найдем. Я знаю место, где тут могут быть штаны. Пойдем, Ред, держись, рыжий, держись. Сейчас все будет нормально. Нам только еще патронов надо немного. А че ты не идешь? Древесятина. Так, древесятина. Где-то вот тут. О! Вот они и штаны. Значится. Рубашка заключенного. О, 88% с белым подворотничком. Ядрит, ангидрит. И вот у нас штанцы заключенного. Правда, штанцы фиговенькие. Ну да ладно. Так, у тебя, господин, что есть? Ничего у тебя нету. В рюкзаке куриный бульончик, пушистик, класс, факел, ну спасибо, так. А набора для шитья у нас нема, да? Нема, ну ладно. Ну давай тогда, ага, у нас и кроссы, кстати, повреждены, мы же совсем босенькие. Давай на ножки наденем кроссы, сюда наденем штанишки, сюда наденем вот это вот. Робу заключенного, она покруче будет. Теперь вот у нас свитшот 0.2, и этот 0.2, но он 48, а это 41. Это 2% защиты, 10 влага, одинаковая у них, да? 0.25, даже не знаю. Ну ладно, пусть поношенный свитшот остается. О, та ты же зэк! У тебя вон даже номер какой-то на ноге написано. Не пойму чего, там не номер, а название тюрьмы там у тебя какое-то написано, походу. Маккензи, да ты вылитый закондос вообще. Сколько я зарезал, сколько перерезал. А вон еще и куртка Маккензи валяется. Сколько душ невинных загубил. Ладно. Нам бы еще гвоздный отдергиватель найти. Найти гвоздный отдергиватель, и было бы полная финита ля комедия. Или пожарный. Не, пожарный топор ты тут не найдешь, который тебе нужен. Тут, кстати, есть нычка. А что мы в ней можем найти? Так, ладно, в нычку пока не полезем. Успеется еще. Давай тут вот все обыщем. Вот мы тут где-то куртку Уилла видели. Вот у нас еще тут, значит, потрепанные перчатки. Ага, еда немножечко. Нам бы еще патрончик. Ах, патрончики, мои патрончики. Вот. О, обморожение нам вроде как не грозит. А, не, верхней одежды нету. А, не, ну хотя у нас торш-то одет. Ну, куртка у нас там есть, сейчас мы куртку подберем. Тут вот, значит, есть контейнер, да. Вот до него отсюда можно дотянуться, нет? Никак до него нельзя дотянуться, да? Странно. Странно. Ну, блин, он обычно пуст. Ну, можно вот это вот распилить металлическую полку. Ну, тут, кстати, злаковый батончик валяется.
Газета. Так, ладно, фиг с ней с газетой. Пошли дальше. Где тут куртка Уилли была? Бела Уилли куртка. Тут лежала, валялась, лежала так одиноко. Так, куртку мы, конечно, на себя тоже напялим. Чего же не напялить? Вот, еще у нас там сейф есть необысканный, необрысканный. Вот топливо для фонарика. Вот тут иногда валяется гвоздодерчик. Но у нас он тут не валяется. Зато валяется высушенная кожа. А вот гвоздодерчика тут нема. Но он может быть сейчас в другом месте. Вообще гвоздодерчик много еще где может оказаться. Так, тут у нас что? Ну что ты сюда не хочешь зайти? Не можешь, да? Странно. Это я не понял. Это ты куда залез? Ладно, пошли обойдем. Там вроде с той стороны можно. С той стороны можно пройти свободно. Тут иногда... Что тут иногда валяется? Да, деревяшки тут валяются. А так больше ничего тут интересного не валяется. Ну вот она, собственно говоря, и валяется древесина. Так, все, пошли в большое помещение. Там, где у нас Брандеспойт. Где все дела? Мы там себе сейчас что-нибудь натопим. Патрончик бы найти хотя бы один. Хотя бы один патрончик. Чтобы было чем пострелять. Так, что тут у нас? У нас тут ножовочка, да? Ножовочка. И гвоздодерчик, да? Да, и гвоздодерчик. Тяжелого молотка случайно нету. А то если мы тут найдем тяжелый молоток... Он, правда, иногда вот тут бывает. О, тяжелый молоток. Ух! Ты, сталкер, удачной охоты, хороший хабар, очень хороший. Ну, это же сталкер. Ну, это мы себе тут можем, не понял, это мы себе тут можем тогда и патроны сделать. У нас есть и ножовка, и тяжелый молот, и рядом шахты, которые полным угля. Поэтому и патроны все можем наделать, да и нож сковать на первое время, в принципе, можем. А, и можем каменный сделать, только если я найду где-нибудь подходящий камень. Вот камень подходящий я могу не найти, в этом отношении я плох, я немного слеповат. Чё это всё замерло? А, ты не на ту кнопку? Я не на ту кнопку жму. Думаю, чё это тумблер заклинило, что ли? Только не это. Еле жив остался, а тут тумблер заклеивало. Так, книжка. О, унты, отлично. Отлично, унты, они же унты. Тогда сразу в них пере... Потрепанные кроссовки. Нет, унты носить. Пеус. А чё это у меня всё так пропало, и теперь я вообще в трусах стою. Стою я перед вами, простая русская Маккензи Шухардовна. Так, ладно, Маккензи Шухардовна. Мы еще нычку наверху не проверили. Сейчас сходим, проверим. Тут у нас что? Тут у нас домашний супчик. Оставленная записка. Так. Ага. И вон я вижу топливо для фонарика. Еще иногда вот тут инструменты. Вот что мне бесит, что вот об эти доски персонаж спотыкается. Вот это вообще бесит. Иногда тут бывают инструменты. Но сейчас их тут нет. Металлическая полка. Так, металлическая полка. Пошли в нычку, сходим. Ну, теперь хотя бы тяжелым молотом, если что, можем отбиться от волка позорного. А спальники есть на этом? Есть спальники, понятно. А, вот тут, кстати, патроны бывают. Вот тут, кстати, бывают патроны. Виноградный лимонад, злаковый батончик. Это что? Это уже кто-то съел до нас, да? Да. Так, тоже ИРП порванный. Газеты мне пока еще нужны. Вот так, что-то у нас. Шприц первой помощи. АПП, бинт и да здравствует патроны для ружья. Здесь может быть спальный мешок на незваном госте. Можете его здесь искать в этой нычке. Так, свинина с квасолью, арахисовая паста. Не, ну это, конечно, сталки. Жратвы тут дофига. Но и дофига волков, как вы уже успели заметить. Так, ну и чё? У нас есть тяжелый молот. Давай поразбиваем вот эти ящики, заодно дров заработаем. Так, а что-то такое тоже газета. Это у нас что такое? Ткань. Попробуем пробиться. Куда мы попробуем пробиться? Куда-нибудь попробуем пробиться. Да, тут уже еды на 3 дня. Это не незваный гость. Ну, тут, короче, нычка есть. А руками сколько ломать? Ну, чуть больше. Ну, давай молотом помашем. Давай молотом помашем. Хлобысь. Так, один ящик разобрали. Давай другой ящик.
Хлабысь. Так, другой разобрали. И теперь можем подойти к рюкзаку. Вот здесь тоже может быть ружье, но мы ружье уже нашли. Пушистик тут нашли. Ну вот, пушистик нам дропнулся. И на том спасибо. Так, ну чё, пошли шкафы взломаем. Поглядим, что в них интересного. Ну а потом спустимся, разожжем бранспойт. Ну, а потом решим, что делать. Потом мы спать будем, вероятно. И все такое. Давай пока в шкафах немножко пошаримся. Сейчас вот я вам, друзья мои, прям обещаю, будет, наверное, северное сияние. Что-то есть такое у меня подозрение. Так, опять... А, ремкомплект. А этот открытый. Не, ремкомплект нам не нужен. Мы его сейчас назад складем. Нам бы набор для шитья. Понятно. Да куда нам столько ремкомплектов? Понятно. Но их, в принципе, металлолом можно, если что, да? По-моему, да или нет. Их можно на металлолом перерабатывать? Из ремкомплектов можно ружье сделать. Но нам это не треба пока. Чик, такие звуки, чик. Так, по одежде мы там ничего больше не находили. Так, вот эти кроссовки действия собрать. Так, ой, нам надо пить. Нам надо пить. Так, тогда отставить пока кроссовки собирать. Тогда пошли к бранспойту. Давай разожжем. Разожжем что-нибудь. Где он тут есть? Вот он. Так, из меня там волк горючий выбил, да? Но мы все равно горючий нашли. Так, книжечку давай разожжем. Она быстрее разгорится. Так, у меня баночка одна. Ну, на бранспойт ничего не желает ставиться, как обычно. Так, а какая-нибудь свинина, что-нибудь такое. У меня есть, что я могу приготовить? Ты глянь. А, есть. Вот она, вздувшаяся банка свинины. Так, это мы руками. А, нет, топором мы ее сейчас открываем, да? Да, у нас топор есть. Это значит, мы ее открывали топором. Становись, свинина. Да нет, это ты как-то не так. Как неправильно? А теперь? 12 минут. Так, и тут 13 минут. Хорошо. Так, что-то я хотел поглядеть, в каком состоянии топор. А, погоди, топора у тебя никакого нет. Какой топор? Каким ты топором открываешь? Что ты несешь? У тебя точилка есть, топора-то не находил. Совсем забыл. Топором каким-то открывай. Руками ты открывал топором. Угу. Попой топором. Нет у тебя топора никакого. Ой, у меня бранспойт погас. Ой, слушай, вот это я гоню. Забыл туда подкинуть. А, да ты че, дядь Саш? Сосредоточься. Ты не ты, когда голоден. Так, у меня еще одна банка появилась. Как? Не появилась? А, потому что я не съел. Ну, правильно. Ну, давай сожрем, пусть появится банка. Я буду в две банки кипятить. Давай я буду в две банки кипятить. Я вон пить уже захотел. Так. Тут вода неизвестно, когда закипит. Так, все, попили. Угу. Отлично. Отлично. Значит, ставим вторую банку. А, руками открытые консервы банок не дают. Ёперный театр. Срочно нужно что-нибудь найти, чем банки открывать. Срочно, срочно. Так, что там гореть 2 часа? Давай, что ли, пока что-нибудь порвем. Вот это, допустим, собирать сколько будем? 10 минут. Да, банки, которые открываешь руками, они, ты их типа сминаешь, или я не знаю. Ну, в общем, у них от них ничего не остается. Да, ничегошеньки вообще не остается от этих бедных несчастных банок. Полчаса не, это слишком долго. Это слишком долго. Так, собрать. 10 минут годится. 10 минуток годится. Так, что там, в воде еще 12 минут. Ну, что вы хотели, первый уровень. Горит все долго. Ой, фу, горит. Готовится. Горит какой-то там долго. Эх, жаль, у меня больше нету. Слушай, я, наверное, мог бы сломать и порвать джинсы. Наверное, я сейчас порву, потому что тут у меня она что-то плавится пока вообще капец как.
Поэтому я успею их собрать. Не выкипит она. О, до закипания 7 минут еще. Так, готовить дальше. Что я еще могу собрать? Вот эти кроссы. Я их не ношу. Сколько я их собирать буду? Вот час 15. Не, это точно выкипит. Так. Есть какие-нибудь крафты? Повязочку. Что там у меня, кстати, по повязочкам? По повязочкам у тебя одна. Ну, давай скрафтим себе еще. Потому что иногда волчаки, штурмовичаки кусают так, что дают два прокуса. Нам это нафиг не требуется, такое счастье, два прокуса. Так, палок у нас сколько? 8, давай. Сейчас бронспойт погаснет нафиг, не успеешь оглянуться. Эх, жаль, что у меня только одна банка. Мне бы, конечно, еще одна нужна. Так, ну давай еще приготовим. Сколько гореть тебе? 33 минуты. 33 минуты, 33 минуты. Вот горит час. Так, давай еще. И давай мы, наверное, бульонный кубик в тебе организуем, да? И какао. 15 минут. Так, бульонный кубик... Не надо гаснуть. Бульонный и какао-порошок. Так, вот у нас будет такая красивенькая кружечка в инвентаре. Так, все. Сколько еще гореть тебе? 18 минут. Ну, давай я еще в тебя кину. Книг сколько у меня при себе? Палка. Давай. Замерзший рыболов, его надо читать. Рыболова надо читать, голубчик. Несмотря на то, что он замерзший. Так. Так, возьмем себе факел. Что там у нас? Ночь. Ночь, сияния нет. Ночь и тишина. Тут больше нет никакого крючка, который я мог не заметить. Вот что ты вечно буксуешь тут, а? Так, ладно. Патроны есть. Ну, сейчас мы еще прилежащие вагончики обыщем. И только потом отсюда пойдем. Так, тут банок у меня, кстати, нету. Да банок тут у тебя вроде как нету. Нету. Так, а вот этот я обыскивал контейнер, а я не помню. Не обыскивал, а он пустой. Ясно. Хорошо. Так, тут у нас больше нигде ничего не прячется. Ничего нигде не прячется. Хорошо. Так, ну что, факел. Ну погаси, может пригодится, я не знаю. Так, статусы наши. Пищи нам особо не требуется, а вот воды надо. А что у нас по части пищи? У нас вот есть пушок, корм для кошек. Давай сожрем этого пушка. Так, пахнет ужасно, вероятно, вкус еще хуже, да? Да что вы говорите? Пахнет ужасно, вероятно, вкус еще хуже. Прям пугаете меня. Вот у нас какао. Какао. Вот, видите, 150%. Горячий на данный момент. Но потом, конечно, остынет. Так, давай ружьишко почистим немножко еще. Чтобы у нас его не клинило, когда мы стрелять начнем в кого-нибудь. Так. Что-то оно 45%. А, он у нас навыки медленно растут. В чистке. Так, 48. Давай хотя бы 60 сделаем. Так, 51. Угу. Давай, Ред, давай, рыжий, чисти. Что там, 55? 55 навыки. Эх, нам бы прицел бы снайперской. Мы бы вышли и прямо от самой китобойной станции медведя бы как засандалили в черепушку. Мы же знаем, где он ходит, там в районе моста. А нет, придется идти к нему вплотную и там в него пытаться стрелять. Но медведь нам на самом деле пока не треба. Медведь нам не треба. Так, нам треба попить воды и треба поспать. К сожалению, чая зеленого нет, чтобы здоровье свое поправить, бедное несчастное. Так, 10 часов мы можем запросто проспать. И калорий нам более чем хватает. Это же сталкер, это же не незваный гость. Это же званый сталкер. О, здоровье вообще. Восстановили практически на всю катушень. Практически уже никто и не страшен. Сейчас попробуем отравиться 22% шоколадкой.
Да, прокатило. А еще одно, если хлебануть, у тебя, кстати, ничего нету, чем бы ты мог лечиться. Поэтому ты бы, наверное, приостерегся. Спешите нас приостеречь, чтобы мы не траванулись. Так, ну чё, ружо, заряжай, Ред, пошли. Пошли за хабаром. Пошли. Хабаровчанин ты наш. С Волчакой прям подраться успели на первых же шагах. Можно было, конечно, посидеть подольше, подождать, пока эта падла исчезнет. Но вы знаете же, не в моих это правилах ждать, пока эта падла исчезнет. Да. Кстати, эта падла еще может нарисоваться. А не эта, так другая. Тут падл много. Так, что тут у нас? Топливо для фонарика. Нам бы еще сам фонарик найти не повредило. Потому что по пещерам все-таки лучше с лампой гонять. Кстати, лампа может быть и в самой пещере. Но это сталкер, тут ламп будет больше. Это вам не какой-нибудь незваный гость. Там-то с лампами туговато. Так, тут вот у нас ничего, в уголке нет, потому что в темноте мы можем не заприметить. Вот ящик заприметили, в нем караси босячие, а мы их сразу на себя и напялим. Вот. Так, давай мы сейчас вот до того края дойдем. Тут у нас что-нибудь есть интересное? Тут у нас темнота. Металлолом нам пригодится. В темноте ничего не вижу. Так, точилка камня. Так, антисептик, ну пока возьмем. Но с другой стороны, зачем мне столько антисептиков? Давай-ка я вот это выкину. Надо просто мох насобирать, да и все. Повязки сейчас антисептические пока не действуют временно. У них там конфликт модовый. Так, конфликт модовый. Вот сюда мы можем ветровочку напялить. Во, портки только нам надо какие-то раздобыть. Раздобыть какие-то портки. Так, тут я был. А, вот еще томата супа. Блин, мне нужен какой-нибудь хотя бы консервный нож, что ли, я не знаю. Или топор, чем я открывать банки буду. У меня ж банки ломаются пока. Жбанки ломаются. Ломаются мои, понимаешь ли, жбанки. Банки. Металлолом собираем. Он нам пригодится. Ну, на крайний случай мы можем себе штанцы Уилла. Это тоже из мода. Так, огниво, хорошо. Бронежилет, хорошо. Еще лучше. Так, ножичка нигде нет. Ну, ножичек мы можем себе пойти сделать, в принципе. Вон еще караси шерстяные валяются. Так, тут у нас что? Тут у вас встать! Так, теперь давай разберемся с бронежилетами и прочими одеждами. Вот вместо этого мы можем одеть бронежилет, он 0,2, но поэтому пока мы его не одеваем. Так, штаны Уилла носить. А, не, погоди, портки-то у меня есть, это просто не отображаются. Портки-то у меня есть. Ну и пускай, все у меня есть, что я гоню-то. Все у меня есть. Так, ну что, пошли, Уилл. Редрик Шухардович. Следующий вагон. На пути можем, кстати, повстречать штурмовика. Они очень любят здесь. А, погоди, вот тут, кстати, бывают патроны. Я помню, давно еще играл на сталкерчишке. Вообще давно еще, когда я никаких роликов в YouTube не собирался загружать. Я вот тут патроны находил с краешку. Конечно, не знаешь, что они там могут обязательно быть. Но я где-то вот тут находил. Только вот не помню, где и как я туда проходил. И проходил ли я. Или я ломал вот эти, блин, дрейны и находил тут патрон. Где-то были у меня тут патроны. Но дрейны я сейчас ломать не могу. Слишком холодно. А может быть, тут уже и нет никаких патронов. Не видать. На первый взгляд, не видать. Так, ну чё, пошли к вагону. Сейчас штурмовик выйдет, я прям чую. Ну, а лишь бы не медведь. Штурмовик, хрен с ним. А вот если медвед,
Да как начал ревет. О, штурмовик, слыхали? Я слыхал. Сзади шел. Не сзади, то есть, а справа. Справа шел. Я слыхал, как он справа вышагивал. Так, дрына, ткань. Слушайте, мне нужен набор для шитья. Банка, пинок, лося. Не, пинок, лося, это, конечно, хорошо. Это очень хорошо. Если мы собираемся заняться ковкой, он нам может пригодиться. Пиночек-то лося. Самое то для усталого путника. Но только сейчас, походу, мы со штурмовичишкой столкнемся нос к носу. Так, не можем его порвать, нам нужен нож. Это что такое? Топливо для фонаря? Топливо для фонаря мы уже нашли весьма и весьма много. Так, ну и чё? Там у нас штурмовик, да? Ну давай металлическую полку распилим. Может, штурмовик упрёт. Ну давай выйдем. Так, всё, тут нам нечего больше. Ну чё, идти на китобойку? Заниматься мне тут изготовлением ножа? Или по пещере прошвырнуться? Или прошвырнуться по пещере? Так, чё тут у нас интересного? Там у нас ходит Мишаня. Вот там у нас машина, в ней инструменты. С Мишаней чё-то пока бодаться неохота. Инструменты тоже пока особо не нужны. А в пещеру я могу зайти у церкви, верно? Верно. Тогда пошли к церкви. Во-первых, в церкви лутанемся, а потом погуляем по пещере. Вот тут бы, конечно, можно было что-нибудь поломать. Но, блин, холодновато. Сейчас замерзну нафиг. Ничего тут интересного нету. Я понял. Ладно, потом сломаем. Так, вон китобойка задрала свой китобойный нос. Кстати, вот тут иногда на пирсе что-нибудь стоит. Нет, не вот это. Или ткань какая-нибудь лежит, или под пирсом. Так, на пирсе ничего нету. Давай под пирс заглянем. Чё под пирсом? Тоже ничего под пирсом. Ну и ладно. Подумаешь. Так, в лодках иногда что-нибудь бывает вот в этих. Погода портится. Надо бежать, наверное... в церкву. У церкви бывают кролы. Так, опять антисептик. Да не нужен мне ваш антисептик. Чё мне им делать? Чё мне им... War I'm... им делать буду? Так, к церкви. Китобойку пока не трогаем. Мало времени. А чем-то мы уже перевешены. А, дровами перевешены. Но в церкви они нам сейчас могут пригодиться, кстати, дровишки. Потому что там придется. Еще на маяк можно сходить. У этого чувака бывает факел, он у него и есть, куриный бульон. Факел возьмем пока. В церкви бывают патрончики. Так, тут у нас грузовик Мэтта, по-моему, да? Да, некто Мэтт. Иногда тут трупешник Алендера валяется внизу. Нам, конечно, кишочки нужны. А для чего? А, чтоб все хотя бы набор для шитья. Но мы сейчас в церкви найдем. Одежду починить не могу, нет у меня... набор для шитья. Рыбалка мне тут 100 лет не нужна, потому что тут нечего ловить. Я в смысле того, что удочка, к примеру. Тут иногда бывает трос, у него еще не гвоздодер. Нет, гвоздодер я твой брат, брат не будет. Брат, брат, я твой брат, гвоздодер не буду. Пусть он у тебя пока лежит. Куда мне твой гвоздодер? Там еще сейчас в этой, в шахте 100 пудов этих гвоздодеров найду и не один. Прям чую. Чтобы гвоздодеров будет тьма. Так, давай поаккуратнее. Здесь штурмовичишки гуляют. Это их излюбленный пятачок. Пятачок рабочей молодежи. Они тут очень любят. А я тут могу подняться? Нет? Что-то я не помню. Не, по-моему, здесь не поднимусь. Да, я здесь не поднимусь. Надо там подниматься. К рукопашной готов, если что, Александр? Ред! Ред готов к рукопашной? Да Ред-то, может, и готов. Заряжен. Заряжен. Просто может Ретта не успеет выстрелить. Вот в чем еще дело. Вот в чем дело обстоит. Штурмовик может так нарисоваться неожиданно, что Ретта выстрелить хрен успеет.
Поэтому нам бы кролика отхватить хотя бы одного, чтобы хотя бы на приманочку его пустить. Они вот тут гонзают. Ну ладно, обогреемся, разберемся. Так, у меня зазвонил телефон, и я забыл, чем я тут уже занимался. Я в церковь я шел. Вспомнил. Так, мой рыжий Ред двигается в церковь. Ну давай, брат. Иди в церковь. Кролика надо тебе, Ред, поймать и свернуть ему шейку. Потому что нужны кишочки. Не, не кишочки. Кишочки все время воняют. Ну и кишочки тоже нужны. Но мясо, короче, нужно. А кроликов что-то как назло не видать. А, не, вон есть они. Ладно, мы сейчас погреемся немножечко. Погреемся, пойдем с тобой, да? Вот. А потом уже примем меры относительно кроликов. В церковь. Не святого Кристофера, а вот, кстати, пулялки по крылам. Мы, кстати, кушать хотим. Сейчас я грибочек чуть-чуть сорву. О, музончик. Наш любимый музончик. Еще в укромный уголок Кэти надо сходить. Там можем вообще лук найти. Ну, пошли греться. Пойдем. Так, тут у нас спальник, видим, валяется, да. Но мы его сейчас возьмем и разберемся, чей лучше. Видим, патроны валяются. Ну, мы их сейчас возьмем, разберемся, чьи лучше. Так, видим, газета валяется. Ну, тут разбираться нечего, чья лучше. Все газеты хороши. Так, нашли горючее. Ну, давай мы им воспользуемся. Разжечь. О, нож у чувака вижу. Вижу у чувака кинжал. Это хорошо. И давай что-нибудь скушаем. Так, а что бы нам такое скушать? А, я знаю, что нам скушать. Мы сейчас возьмем кинжал у чувака. Вот мы избавлены от изготовления самодельного ножа. У тебя что есть? У тебя есть печенюшки. Большое тебе спасибо, друг, за твои печенюшки. Тебе они, к сожалению, уже не пригодятся. А у нас еще все выживание впереди, поэтому мы их, естественно, заховаем. Так, давай мы вот это бросим. Откроем ножичком. Кстати, что-то не поглядел, ножичек-то какого качества. Вот. Теперь у нас в хорошем состоянии будут банки. Мы их можем себе в инвентарь добавлять и даже на металлолом переводить. А то, понимаешь ли, когда мы их руками ломаем, у нас и банок-то нету. Нож 77%. Но поскольку у нас дофига точильных камней, то давай-ка мы его и заточим. Давай еще заточим. Вот, у нас уже 10 патронов, да? Это, конечно, хорошо. Что тут у нас? Готов? Хлебай. Хлебай, супец. Что-то нам особо-то не вставило нифига, что мы его съели. Так, давай вот эту арахисовую пасту сожрем. Она весит аж целых полкилограмма. Чего ради мы ее будем таскать полукилограммовую? Так, спальники хотели определить, чей лучше. Ну вот этот хуже. Мы его пока бросим. А вообще его надо порвать. А чего надо порвать на клочья? Так, книжка прочтем, шитье для начинающих. Аптечку обыщем. Да не нужны мне ваши антисептики. Мне нужен набор для шитья. Антисептик вы свой заберите. И не обращайтесь по поводу антисептиков ко мне. Так, что тут у нас? Ничего. Значит, кроликов сейчас пойдем стрелять. Сейчас пойдем кролей стрелять. Так, а вон там еще куртенка. Так, это свитер Уилла. Ладно, забирай, только он в любом случае, наверное, похуже будет. Так, горит 3 часа. Нам тепло. Каменюку в руки. Пошли за кролами. Тоже та еще. Та еще развлекуха на кролов охотится. Кстати, здесь могут березки поблизости расти. А вон, я вижу, клинок растет. Надо сейчас будет сходить его спилюкать. А вон с той стороны может быть березки. Давай все это тут кинем. Кстати, в церкви сушится, несмотря на то, что она открытая и холодная. В ней все прекрасно сушится, да? Парадокс. Этакий парадоксик, понимаешь ли? Не попал. Это тоже этакий парадоксик. Ну, с первого раза я редко попадаю в кролей. Максимум со второго. Не. Со второго тоже могу не попасть. Могу и с третьего не попасть, и с четвертого, и с пятого. Потом разозлюсь, достану ружье, и начнется кровавая жатва. Не попал. Все, сейчас я достану ружье. Сейчас близок тот момент, когда я достану ружье. Когда мой рыжий Ред достанет ружьишко.
Ага, испугался, ну и ладно. Ну и иди отсюда, я клен пока пилить буду. Благо ножовка есть. Так, ну давай попробуем еще разок. Нет, как-то далековато. Как-то далековато прошел мой снаряд. Рассчитывал я, что он пройдет не так далековато. Ладно, мы пока не замерзли, мы еще пока можем с вами поупражняться. Это пока может еще длиться дальше. Всем вот я хорош, но вот в кроле я кидаю плохо. Не, ну может, конечно, не все, может, я еще чем-то не хорош. Но в кроле точно кидаю плохо. Вот опять, явно же видел, что ты не попадаешь. Зачем кидал-то? Камешек, 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 камешек. Камешек подобрать. Так, где вы там, голубчики мои? Кролюльчики. Кролюльчики и голубчики, где вы есть? Вот он добежит. Вот он бежит, никак не добежит, понимаешь ли. Все бежит куда-то и бежит. Сейчас мы тебя спугнем, чтобы ты вниз убежал. Убегайте вниз, я там попробую на вас. Ой-ой-ой, куда-то рванул. Тихо, тихо, стоять! Интересно, когда он так несется, в него можно попасть? Нет, он вниз явно не собирается. Явно не собирается. Брателлос, не, собрался. Не, не собрался. Не собрался, определенно не собрался. Ай, когда же это кончится? Да никогда. Никогда. Чуть... Косогоры сраные. Где они есть? Мне всего-то нужен один кролик. Один. Много не надо. Я много не прошу. Где они есть? Где они есть? Вот он. О, вот они. Вот они воют. Штурмовики. Мерзкие. Так, а что это у нас перевес? Я не пойму. Брат, как насчет, чтобы я в тебя попал? Есть такие? А если издалека в тебя кинуть? Ну так, чисто поприкалываться. Да, не смешно, почти попал. Это он так бегает. О, назад идет. А давайте-ка я в вас все-таки попаду. Да я ж в тебя вроде попал. Почему? Почему ты не убился? Я в тебя ж вроде попал. Что, камень последний, что ли? Все камни свои порастерял. Я сейчас ружье достану. Вы меня сейчас достанете. Сейчас будет вам раскатистое эхо. Я на вас патроны не пожалею. Я такой. Мне патронов не жалко. Если мне нужен кролик, то мне нужен кролик. И я в средствах своих, значит, неостановим при достижении цели. И уж из ружья-то я вас загашу, голубчиков, как миленьких. Куда вы все подевались? Измотали меня всего, мерзавцы, а? Ах вы говнюки ушастые. Все, все. Все, сейчас тебе хана. Хана тебе, хана тебе. Не, ну я ж в него попал, почему ему хана-то не наступила? Не наступила ему хана. Так, короче, кролик, выбирай. Либо я в тебя с камня. Ты там закопался, что ли, да? Либо я в тебя с ружа. Все. С ружа однозначно попаду. С камня не знаю. Ой, с камня попал. Ой, ты мой молодец. Ай, какой молодец. Какой красивый у тебя глазки. Какой красивый у тебя носик. Но, к сожалению, я вынужден сделать вот так. Мы, сталкеры, люди безжалостные. Мы не знаем жалости. У нас говорящие отмычки, понимаешь ли, все дела. А уж какому-то кролику шею свернуть. О, тьфу ты. О, кстати. Кстати. Мох. Ой, да зачем ты камень-то кинул? Дурачок. Опять кроликов распугал своим камнем. Мох собирай, антисептик выкидывай нафиг. Полкилограмма эти лишние таскать. Не нужны они 100 лет. Не нужны они 100 лет. Так, слышим сова. Совушка кричит. Совушка, сова. Так, кто-то обещал, что тут березы растут. Ну нет, их здесь. Я не виноват. Я не виноват, что здесь берез нет. Они когда хотят, тогда и растут. А когда не хотят, тогда и не растут. Или растут. Они бывают вот с этой стороны оградки растут. Но мы еще в шахту пойдем. Если что, березки-то мы увидим. Так, березки. А что там насчет крольчишки еще бы какого-нибудь забить? Да хватит пока нам для начала одного. Итак, все нервы истрепали себе и кролику, и кроликам. Пусть живет. Куда он там смылся, я не знаю. Пусть живет.
Потом. Потом уж капкан наделаем, на прибрежку придем. Мы же отсюда на прибрежку придем. Там на острове рогатого зайца ОРЗ мы их капканами можем наловить. Кто-то жрет моего кролика, слышу я звук, да? Это же не мой желудок. Нет, а кто жрет моего кролика? Где этот звук был? Кто жрет моего кролика? Кто-то где-то жрет моего кролика. Какая-то падла где-то жрет моего кролика. Или это баг был? Где кто жрет моего кролика? Ага, вот кто-то жрет моего кролика. Я этого не дозволяю. Я этого себе не дозволяю и вам не дозволю жрать моего кролика, понятно? О, какое эхо раскатистое. Ишь ты, удумал кролика моего жрать. Да я с тебя за это все сниму, понял? Все с тебя сниму за это. Вот так, вот так. Не, ножом. Час 38, 3 часа, 4. Ой, ой, а кто это мимо меня бегал только что? Не другой ли волк? И печка, наверное, у меня погасла там, да? И где я вообще нахожусь, и непонятно. Вот как меня добыча, сталкер, это она с толку-то сбивает. Мы про все забываем. Мы забыли подкинуть в печку. Мы видим только свою добычу. Кстати, где церковь? Ты церковь-то видишь? Я нет. Но она где-то вот тут наверху. Вот она, церковь. Что там, печка-то моя погасла, наверное, да? Ну ладно, заново разожжем. Здоровье отхилим. Не, печка моя, кстати, еще горит. Так, благодаря этому несчастному волку мы получили вторую шкуру кроличью. И волчиную шкуру получили, и кишки получили, и мясо получили. Ладно, отлично. Удачно. Значит, первого волчишку мы завалили. И то при невыясненных обстоятельствах, пока он бедный питался кроликом. Так, мне бы побыстрее бы подкинуть. Хотя если погаснет, я все равно ее разведу. 41 минута. Ну тебе повезло, тебе повезло. Так, о, мы палок сюда сколько накидали. Все, теперь, значит, кидаем на просушку шкуру. Волчачью и кишки. И кленчик кидаем. Так, теперь что-нибудь кушаем. Можно, наверное, пока волчать, но на просушку бросить. Это, в конце концов, не незваный гость. Здесь, если что, болеть не так долго паразитами. Так, как мне там говорил Валера, ведешь мышку вниз. Да, вот, оно кладется. Так, сколько тебе готовится? Час 8. Значит, давай первого кролика мы распотрошим. 11 минут, 41. Вместе с кишками 51. Ну, нормально. Ох, какая погода там, слышите, да? Погода-то капец. Так, погода-то капец. Это у нас что такое валяется? А, это кленовое деревце валяется. Так, ну нам еще надо кинуть на просушку вот это вот. Так, ну волчатину мы жрать пока не будем. Она готова. До готовности 10 минут. Мы пока... Что там, покушать что-нибудь надо, да? Ну на, вот это скушай. И водички выпей. Ох, погода-то какая. А давай вот это выпьем. Погода-то какая нехорошая. Так, мясо. Ну, давай мясо доготовим. Заберем ее отсюда. Так, и где-нибудь ее бросим вот тут. Пусть валяется пока. Мы пока ее есть, естественно, не будем. Не нужно оно нам. Так, значит, мяско... Не понял, а что оно здесь вообще не отображается? Потому что все заполнено. Ладно. Так, значит, так. Так, это легла. Это у нас легла. Так, час 8. Это тоже куски равнозначно. А то бывает кусок маленький попадется. Но если сгорит, послушаем, как оно рычит. Так, а этого кролика у нас, значит, волчик подсожрал, поэтому он весит мало. Так, что-то там Маккензи мой бормочет. Не пойму, что он бормочет. Что ему там не так? Что ж так свистит-то мне в уши-то? Погода такая нехорошая. Так, 19 минут до готовности. Давай пока грибочки перетрем.
Так, перетерли. Что там? 4 минуты. Ну, давай. Давай себе повязочку тогда сделаем. Сгореть авось не успеет. Так, до пригорания 29 минут. Ладно, не пригорит, не переживайте. Выкидываем мясо волчье, оно нам пока не нужно. Так, вот это, ну давай приготовим вот это волчье мясо пока. Давай, я не против. Так, где тут оно? Так, кладем. Так. Этому час 9, этому час 4. Это братской тут 3 часа. А мы пока спальник собирать. Сколько? Час 30. Но мясо должно не успеть подгореть, по идее, за это время. Угу. И погодка хорошенькая. Да, не успела пригореть. Нам, кстати, баньки уже скоро надо ложиться. А то мы тут совсем окочуримся. Ну, сейчас крольчатину приготовим. Потом ложим, ляжем баньки. Так, а что у нас есть сжечь? Древесина. Книгу сжечь не будем. Ну ладно, поспим 5 часов, а там будет видно. Так. Давай крольчатину. Ну, она сейчас быстро приготовится. Крольчатина готовится быстро. Только мне еще, наверное, надо будет воды себе чуть-чуть сделать. Несмотря на всю быстроту крольчатины, мне надо будет сделать себе воды. Тыкс. Не посмотрел он тут крайний кусок. Он большой был или маленький? 21 минута. Это 2 минуты. А вот это маленькое попалось. Тогда давай еще одну крольчатину кинем. Так, это крольчатина 15 минут, это крольчатина 17 минут. Хорошо, это значит я успею вот эти вот грибочки перетереть. Успел. Молодец. Так, взять. Этой подожди. А, я сырую стал жрать, что ли, или что, я не понял. Не понял, что произошло. Или я ее пока брал, она приготовилась. Ну, походу, пока я ее брал, она приготовилась. Ну, тебе повезло. Повезло вам, красноперам. В таком случае. Так, готовить. Готовить. Костру гореть 5 часов. Так, вода у меня есть. Давай сопьем. Сопьем воды. Так, антисептик я могу выбросить. С чистым сердцем. И не таскать его зазря. Две повязки у меня есть. Надо еще мох пособирать, не забыть. Так, 19 минут до закипания. Да, чем бы мне тут заняться, пока эти 19 минут проходят? Еще себе повязку сделать? Давай сделаем. Пускай будет запасная повязочка. Ну, потом сходим, наверное, на маяк. Да, можем сходить потом на маяк. Так, еще пол-литрика. И еще пол-литрика. Теперь, что тут у нас по одежде? Я какую-то куртенку находил. Это 0,4, 0,5, это все не то. Так, это 0,2, это 0,1, не то. Все не то. Тогда, слушай, я там еще кроссы таскаю, да? Я еще кроссы таскаю. Которые тоже надо порвать. Так, что я еще не ношу? Ну, кросс там больше часа собирать. Не, у меня тут все разрушится. У меня тут весь снег. А, 18 минут еще. Так, а что тогда бы еще тут изорвать бронежилет? Мы его тоже не носим. 20 минут. Ну, давай, может, не выкипит вся вода. Надо было сразу его разбирать. 27 минут до полного выпаривания. Ладно, кладем себе спальник. Кладем себе спальник. Что, на кишки прям его положить нельзя, да? Ишь ты! Ладно. Ты ж ты спальник на кишки, понимаешь ли, не кладется. Тоже мне. Все равно, да? И куда же мне его класть, скажите мне, пожалуйста. Нормально.
Ну, может, вот сюда куда-нибудь. О! На перилу расстелили. Эх, красота, спальник на перилах. Давай мы вот это, значит, обглодаем. И оставим по чуть-чуть на приманочку. Эх, красота, спальник на перилах. Прям какая-то получается, как ее там, частушка. Надо сочинить. Ребятушки, девчаточки, нужно сочинить частушку. Эх, красота, спальник на перилах. Так, банки подними. 4 часа печки гореть. Ну, давай поспим 5. Может, не замерзнем. Может, не замерзнем, а может и замерзнем. Я не знаю. Не могу знать, товарищ командир. Почему-то печка по-прежнему горит. Хотя утро. Ей еще час гореть, да? Не, ну мы еще час тогда поспим. Че, мы дурачки, что ли? Че, мы дурачки, что ли, куда-то переться, пока печка горит? Печка по-прежнему горит. Это хорошо. Ей гореть 41 минуту. Значит, мы поднимаем спальный мешок наш. Подняли мешок. Че тут, насколько высохло? На 17%. Кишки на 9%. Это на 15%. Ну, волчатина, естественно, тут будет еще сохнуть 150 лет. Это понятно. Это мы не сомневаемся. А, еще у меня тут клен, его как надо тоже вынести, чтобы его было заметно. А кишки тоже, наверное, можно вот так на перилы положить. Да, на перилы можно положить. Кишки, волчачью шкуру можно положить. Крольчачью шкуру можно положить. Я потом сюда зайду через денька 3, заберу все это богатство. Так, кишочки сверху положим. Так вот, на волчачью шкуру. Клен положим сверху. И еще одни кишочки. Накладем все друг на друга. Так, это все, конечно, хорошо, но нам нужно себе что-нибудь подогреть. Что-нибудь для сугрева хряпнуть нужно. Для сугрева давайте хряпнем какао. Вот, мы ее сейчас разогреем. Угу, она будет через 10 минут готова. Вот она разогрелась, и мы ее, эту прекрасную, красивейшую кружку какао мы сейчас возьмем и хрипанем. Ох, как она у нас вывернулась-то. Ну-ка, покажите нам ее горячую кружку. Не понимаю, по каким параметрам они двигаются. Так, ладно, выпей. Не понимает он, понимаешь ли. Пей и чеши отсюда. Все. Так, факел брать не будем, ибо бессмысленно, скорее всего, придется отстреливаться. Ну, теперь хотя бы вон туда идем, на маяк. На маяку, на маяку, на маяку, на маяку мы пойдем. Вот если рано поутру, тебе совсем не понутру, а волк опять кого-то падла жрет. А-а-а! А-а-а! Где он есть-то? Вот он. Ты на кого пасть открыл? На рыжего Реда Шухарда, слышь ты, шавка глупая. Тебе никогда со мной не справиться. Ой, а там еще кто-то прибежать решил. Хлобысь. Кто там, кролик решил прибежать? Какие-то звуки были. А какие-то звучки были вокруг такие странные. Мы тебя на просушку положим. Мясо твое тут все бросим. Шкур на просушку, а чё? А чё нам это, как его там обламываться? Мы еще сюда придем. Мы еще сюда придем. Так, давай мы твою шкуру отдельно вот сюда положим. В другое местечко. Пусть сохнет. Или там кролики копытами так стучат сильно. Это, по-моему, кролики так сильно копытами стучат. Так, у меня риск переохлаждения. Какая здесь температура? -8. Ну, надо идти на маяк. А то я с этим волчишкой замерз. Со всеми этими мероприятиями по догонянию и убеганию его. Мне повезло, что бугор, и что он здесь двигался не прямо, а какими-то странными зигзагами. Это, конечно, его сгубило. А мне типа повезло. Так, палки, конечно, собираем. Сейчас на маяк придем, может, опять что-нибудь готовить будем. Так, мы потратили 2 патрона, 2 волка получили за это мертвых. Пока КПД хорошее.
Орущий КПДшечка. Ну, кстати, они вот тут еще могут эти штурмовики гонзить. Но это типа как раз охрана маяка. Вот эти штурмовики, которых мы приняли. Это охрана маяка. Штурмовая бригада по охране маяка. Здесь обычно двое и гонзает взад-вперед. Вон патрон, вижу, валяется. Вижу патрон. Вижу, на парадном сиденье есть патрончик. Забирай его. Так, забрали. Так, что в бардачке? В бардачке шарум покатай. Никого нету. Так, что тут у нас? У нас тут пусто. Ну, пошли тогда отсюда. Пошли на маяк. Злыдни не видать. Серых штурмовых. Ну, вот тут иногда можно прям встретить. Откуда-нибудь снизу может выгрести ганс. Ладно. Мы сейчас добежим туда по-быстренькому. Тем более мы замерзаем. Нам пора согреваться. Мы, наверное, сейчас на маячок-то забежим. И, наверное, пока завершим мы первый выпуск наших хроник на этом. Ребятушки, девчатушки, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ни один из этих прекрасных выпусков хроников, хроник, не хроников, а хроник нашего рыжего Реда Шухарта, Редрика, то бишь. А вот он, наш прекрасный маячок. Красивый, ничего не скажешь. Да, дайте-ка я его сфотографирую. Он не всегда так красиво выглядит. Так, ну чё, всё, заходим, сохраняемся. Всё, зашли, сохранились. Угу, значит, отсюда мы тогда и начнём. Чё тут у нас? А, у нас пирог тут есть. Но это из мода «Вещи на сюжетку». Ну, мы особо-то от отсутствия еды не страдаем. Ну, ладно, мы тут потом обыщем, всё найдём. Что тут есть, чего нету, не найдем. Что за картина? А это, по-моему, фермерский дом. Верно? Верно, он самый. Значит, фермер был служителем маяка. Ну все, ребят, девчат. Я с вами прощаюсь. Благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Ждите его на канале. Ожидайте. До скорых встреч. Остерегайтесь штурмовиков. И удачи вам в ваших хрониках выживания. Пока.